У россиян дезорганизация в управлении войсками на территории Курской области. Количество случаев, когда солдаты РФ бьют по своим, достигло максимума с начала войны, сообщил украинский военный журналист Богдан Мирошников. Так, накануне российских военных в Курской области перепутали с украинской ДРГ и расстреляли своих же. В результате погибли 8 человек, среди которых двое офицеров, написал российский анонимный телеграм-канал «Кремлевская табакерка». Легковые автомобили передвигались в вечернее время по трассе Дьяконова-Суджа. Осложнил обстановку тот факт, что вследствие удара беспилотника в указанном районе были проблемы с электроснабжением. При наступлении на Курскую область ВСУ удалось практически уничтожить систему коммуникации российской армии, говорит военный эксперт. Российские войска абсолютно были дезорганизованы. Зашли мы им в тыл. Ну, естественно, дальше это уже привело к краху практически российской обороны и тех частей, которые разворачивались для движения на Сумы. Они потеряли между собой связь. Было серьезное давление наших систем радиоэлектронной борьбы. Мы просто разорвали связь между этими частями. Они, когда одно дело, допустим, в обороне, когда части находятся, там вплоть до того, что есть проводная связь, сложно РЭБом, так сказать, задавить. А когда разворачивались для наступления в сторону Сум, у них только радиосвязь, потому серьезные системы РЭБ, наши беспилотники поуничтожали практически все коммуникации россиян. Отсутствие связи также привело к тому, что российские солдаты попадают в окружение и, соответственно, вынуждены сдаваться. Они сейчас попали в очень много таких малых котлов, так называемых, с которых выхода нет, только сдаваться. Сдаются очень много, то есть большой поток сейчас есть, идет пленных с той стороны. Российский срочник из Курской области, попавший в украинский плен, делится впечатлениями от армейского начальства, которое отправило их противостоять боевым бригадам ВСУ. Нас кинули, у нас не было никакой поддержки, ничего вообще. Нас генерал Лапин, командующий Курским направлением, просто послал на и все еще сюда пихает таких же срочников, как я, чтобы мы здесь помирали, как собаки. Они бросают в бой вот эти мелкие части, которые просто забрасывают в режиме такого пушечного мяса, по-другому не назовешь. Забрасывают ими, то есть думают, что там какая-то сотня, две сотни, пять сотен, то есть до батальона подразделения. То есть этот поток, он в принципе, поток пленных, он уже упорядочен и идет накопление наших запасов для обменного фонда. Российское командование, в свою очередь, не может предвидеть ни дальнейших намерений украинских сил в Курской области, ни способов их достижения. У него порушено и дезорієнтовано управление. У него технічні можливості. Ми це сьогодні бачимо, що ця операція, цей Курський фронт Сил оборони України, він продемонстрував слабкість російських кордонів, він продемонстрував слабкість російської армії саме на прикордонних територіях, і Сили оборони продемонстрували, що можуть рухатися і далі, і ставити, перепрошую, таку позу, коли він не розуміє, а звідки буде той наступ або продовження активних дій. Россияне стягивают в Курскую область все больше резервов, но отбросить украинские подразделения армии РФ все равно не удается, пишет Financial Times со ссылкой на украинских военных, участвующих в операции. Украина контролирует почти 30 поселков в Курской области, сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. Договорить Путин не дал. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Ну, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам дало уже, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите. 12 августа Минобороны РФ сообщила о боях в районах 14 населенных пунктов. Это больше, чем в предыдущие дни. Так, в воскресенье говорилось о 8 поселках, где идут сражения. Касательно социальной ситуации, то сейчас, по словам местных властей, из Курской области эвакуировано более 120 тысяч человек. Около 2 тысяч находятся на, цитирую, неконтролируемой властью территории.
В то же время, по данным аналитиков Deep State, 44 населенных пункта в Курской области уже под контролем ВСУ. Статус еще 10 поселков не определен. Аналитики подчеркивают, что эта оценка достаточно консервативна. Тем временем украинские военные показали, как десантируются в селе Дарина Курской области, а также снимают российский флаг с админздания в этом же поселке. Кроме того, украинские военные в Курской области роют окопы, что указывает на подготовку к закреплению на позициях и предусматривает статическую войну, считает Forbes. В целом, прогресс украинцев в Курской области демонстрирует российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует, заявил глава комитета по обороне Бундестага Маргус Фабер. По его словам, это является поводом говорить о предоставлении большего количества немецких танков «Леопард-2» для украинских защитников. Что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Новости Донбасса», чтобы первыми знать главные события войны.